Слово мое, почему ты не стала твердым, как сталь боевого кинжала? И почему ты не яростный меч, головы вражьи срубающий с плеч? Где же ты, воля? Звездой неприметной, зачем не сойдешь ты с небесной дороги, порадовать землю несчастную нашу? Ты видишь, все скрыто здесь тьмой беспросветной, и правда бессильна с неправдою в споре. В слезах я стою пред тобой, Украина. О, горе мое, для чего эта мука? Чем может помочь тебе тяжкая эта кручина? Пусть же в наследие разящее слово мстители примут для битвы суровой. Верный клинок, послужи смельчакам лучше, чем служишь ты слабым рукам. Никуда не поедешь. Я не пущу тебя. Ах, мама, но Сергею очень плохо. Если я не поеду к нему сейчас, может так случиться, что я его больше никогда не увижу. Ты погубишь себя. Я этого не допущу. Я решила. И меня ничего не может остановить. Я не такая бесхарактерная, как вы про меня думаете. И в решающую минуту только я себе могу помочь, слышишь? И никто другой, никто. Он обречен, ты же знаешь. Обречен. Ты понимаешь, что это для тебя? Ну, а почему ты мне не помешала быть рядом с сестрой, когда у нее был дифтерит? Заболел я тогда, кто был бы виноват? Так теперь. Только я буду виновата. Что бы там ни случилось, я уже еду к нему, мама. Еду. Я проклинаю тебя. Проклинаю.
Мама, ты возьми назад эти страшные слова. Я понимаю, что я причиняю ему много хлопот. Но я не могу иначе. Не могу. Вот и все. А ты возьми назад эти страшные проклятия. С меня достаточно проклятий моей ужасной судьбы. Мама. Прости, доченька. Я сама не понимаю, что говорю. Ну почему? Никто не может понять наших отношений. Даже самые близкие мне люди. Как только они называют нашу дружбу. И ломанием. И лицемерием. И ненормальностью. Но если эта ненормальность не причиняла никому зла, почему же надо ее осуждать? А измучила нас только болезнь наша, а никак не чувство. Оно приносило нам только радость обоим, мам. Все покинуть и только к тебе, только с тобой. Ты мой увядший, сгубленный мой. Все покинуть, счастье погибнуть вместе с тобой. Сгубленный свет мой, единственный мой. Все покинуть. Только с тобой. Обзор газете, опубликовавший рекомендацию правительству при солдат и непокорных студентов. Долой! Долой! Продажную прессу! Долой! Продажный пятак! Друг мой, ты моя память о прежней милой, прекрасной мечте. Но теперь эта мечта неотвязно напоминает мне о том, что предчувствует мое сердце, и чему я не хочу, не могу верить. Любимый мой друг, я всегда буду помнить тебя таким, каким знала раньше, и каким ты уже никогда, никогда не будешь. Наконец-то я разыскал вас. Вам большой поклон от Павла Тучапского. Спасибо. Рада познакомиться. Лариса Косыч. Сергей Мержинский. Не могу вспомнить, где я вас видела. А я вас давно знаю. Я приятель вашего брата Михаила. Однажды в вашем доме мы были целой гурьбой. Михаил все время рассказывает о вас. А мне о вас Кривенюк рассказывал. Его тоже арестовали. Вера на воле. А я вот здесь. Я неуловимый. Разве я похож на революционера? На то, чтобы я приехал именно в Ялту, настаивал Тучапский из тюрьмы. И вот как дисциплинированный марксист, я здесь.
Что вы на это скажете? Не знаю. Мой брат бы все измерил сейчас математикой. А у меня своя математика. Я вот посмотрю на человека и думаю, за все свои прогрешения годен ли он Сибири понюхать? Если годен, значит человек. Я вижу, у вас своя Сибирь в груди. Спасибо, Сергей Константинович, за подарок. А как вы догадались, что это моя любимая картина? Просто я ее тоже очень люблю. А вы знаете, Лариса Петровна, нынче плохо было, душно. Нечем дышать. А с вами как-то легко дышится. Прав был Тучапский, когда сказал, что от вас веет свободным духом. Вот была я за границей. И там вроде бы себя свободнее чувствуешь. Но именно там я намного острее чувствовала свои оковы, свою несвободу. Мне иногда казалось, что все видят красные следы на руках и шее от этих оков. И мне стыдно. Стыдно за них. Стыдно перед свободным народом. Хотя, может быть, мысли сердца у меня свободнее, чем у них. Вот и перед вами. Мне тоже стыдно бывает, что вы делом заняты, а я так стихи пишу. Скажу вам честно, Лариса Петровна, такого выдержанного пациента, как вы, я в своей практике еще не встречал. Как вы смогли все без анестезии перенести? Не понимаю. В подобных случаях мужчины медведями ревут. А вы только зубы стиснули и ни звука. Очень прошу вас, в ближайшие дни не вставайте. Всего вам доброго. Спасибо. Завтра я к вам загляну. Сергей Константинович, я разговаривал с профессором. Через пару дней он вас непременно посмотрит. Благодарю вас. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. Меня очень тревожит ваше состояние, Лариса Петровна. Но чтобы не тревожились впредь, могу сказать только, что мне все это с детства уготовано. И неподвижность на больничных койках, и гипсовые оковы, и бесконечные операции. Вот собралась отъехать в Берлин к доктору Бергману на очередную сложную операцию. Ничего. Я и петь, и в слезах не устану, улыбнусь и в ненастную ночь, без надежды надеяться стану, буду жить прочь, печаль моя, прочь. Без надежды надеяться. Прекрасно, Лариса Петровна, прекрасно. С тех пор, как я увидела тебя, моя дорога к тебе никогда не прекращалась. Знала я и другую жизнь, полную какого-то резкого, пронизанного жалостью и грустью счастья. Оно жгло меня и мучило, и заставляло заламывать руки, и биться об землю в диком желании погибнуть, исчезнуть из этого мира, где счастье и горе так противоестественно сплелись. А потом и счастье, и горе оборвались внезапно. Я увидела тебя и пошла к тебе,
Я пошла к тебе всей душой. За одного человека подавать путь, это может стоить жизни многим из нас. А, Мишинский, правда. Комитетчики, выступавшие против моего плана решительных действий, назвали меня революционером-романтиком, обвинив меня в том, что я излишне нервный, что у меня вспыльчивая душа, легко ранимая, видите ли. И якобы поэтому я поднимаю бучу в связи со зверским избиением нашего же товарища, рабочего Дмитрия Шума. Это же реальная картина нашего бесправного положения. Да ну, вы лучше скажите, когда мы добьемся человеческих прав. Да только тогда, когда мы научимся принимать близко к сердцу интересы своих же товарищей, когда оскорбление, нанесенное одному из нас, власть имущими, будем считать нашим общим оскорблением. Хватит терпеть. У кого есть совесть, кому дорога своя честь, кто еще не разучился понимать и чувствовать оскорбление своей личности, встаньте. Встаньте все как один. И чем бы ни угрожали вам, что бы ни вытворяли с вами, до тех пор, пока не уберут начальство, унизившее, оскорбившее вас, не беритесь за работу. Забастовка. Вот ваш ответ. Сегодня это наше слово. Завтра это должно стать нашей борьбой. Слово мое почему-то не стало твердым, как сталь боевого кинжала. О, почему ты не яростный меч, тот, что сечет вражьи головы с плеч? Ты мой клинок, закаленное слово, я тебя вынуть из ножен готова. Только ты кровь мне из сердца прольешь, вражьего ж сердца клинком не пробьешь. Слово, оружие, готовое к бою, мы не погибнем напрасно с тобою. Может, в руках неизвестных друзей станешь мечом ты для их палачей. Мстители сильные вместе с тобою выступят дружно, готовые к бою. Слово мое, послужи смельчакам лучше, чем служишь ты слабым рукам. Может быть, ты хранишь какую-нибудь другую мечту, где меня нет? Я же для тебя начала новую жизнь. Я для тебя умерла и воскресла. Возьми меня с собой. Я так боюсь жить. Мы тихо пойдем среди целого леса наших мечтаний и оба затеряемся вдали. А на том месте, где мы были в жизни, пусть расцветают розы. Сквозь тьму и пространство простираю я руки к тебе. Возьми меня с собой. Возьми. В этом мое спасение. Вы меня извините, пан Ольга. Я вам хотела показать Украину, что и украинести быть не может. Да вот не смогла. Почему же, панна Леся? Вы показали мне Киев. Он поразил меня. Здесь каждый может убедиться, что украинцы были, есть и будут в будущем. Всегда. И Днепр, он удивительный. Правда, мне было грустно над ним. Все мы живем в паутине. Мне иногда кажется, под дамокловым мечом жить гораздо легче. Потому что там человек себя чувствует величественнее. А здесь, в этом паутинном царстве, иногда кажешься себе просто жалкой мухой. Видите ли, уважаемая Лариса Петровна, ежели славянцы, лужицы, моравы
во время заседания этнографического съезда могли пользоваться родным языком, то как же этого элементарного права можно лишить наших закарпатских братьев? Ну, это было, разумеется, национальная бестактность, грубое оскорбление. К тому же галичане просто не владеют литературным русским языком. Как вы считаете, панна Ольга? Уважаемый профессор, вы должны знать, буковинцы не галичане, галичане не закарпатцы. Да дело не в этом. За галичан, как вы говорите, вы могли бы еще порадовать, чтобы в глазах общества выглядеть порядочным. Ну, а где же ваш голос в защиту языка народа, среди которого вы живете? Ну, давайте-ка посмотрим на вещи объективно. Малорусский язык для галичан – это не только родной язык. Это язык официально признанный, язык литературы, науки, школы. Честно говоря, отстаивать язык еще так мало. Хотя язык – сама душа народа. И кому же ее защищать, как не тем малочисленным украинским интеллигентам, которых не успели затравить? Ужасно больно за безязыкий народ. Но в том-то и беда. Многие думают, достаточно говорить на украинском, чтобы называть себя патриотами. Я вот тут недавно слышала. Как это вы говорите, что он дурак и тупица? А ведь он так славно говорит по-нашему. А ведь послушай, что он говорит по-нашему. Так уж лучше бы говорил по-китайски. Тешу себя надеждой, что речь не обо мне. Да что вы, господин профессор. Просто наслушавшись этих милых разговоров между людьми, которые называют себя патриотами, украинофилами, пуще огня ведь боишься, как бы тебя не обозвали этим именем. Тем более, если уж им называют самого губернатора. Ну, послушайте, уж так относиться к украинофильству, как наш губернатор. Ведь он добился, чтобы солдаты пели украинские песни по-украински. Ужасно возмущен, что правительство... Скажите, господин профессор, а чему мы обязаны, что вы вот поете такую оду нашему губернатору, отцу украинских солдатских песен? Вы все отшучиваетесь, Лариса Петровна. А я ведь выполняю личную просьбу его высокопревосходительства. Вы именуете себя украинской поэтессой, а печатаетесь в Австро-Венгрии, Галиции, находитесь в непрерывных контактах с галицкими смутьянами, такими, как Иван Франко и ему подобными. Вынашиваете мысль о превращении Малороссии в независимое государство. Все это не вяжется с тем, что ваш отец на государственной службе. Член Киевского губернского, присутствие по крестьянским делам, действительный статский советник. А как прикажете понимать ваши непрерывные связи с людьми преступными, с так называемыми социал-демократами, с этими вот бородачами? Все это пятнает репутацию его высокопревосходительства, вашего отца, и вашу. Ваше посещение, господин Берковский, всегда приносили неприятности нашему дому. Надеюсь, что мы больше с вами не увидимся. Мне всегда более всего претили интеллектуальные лакеи. Ну, знаете, это вызов. Не зазнала й розкошоньки, вже й літа минають. Запрягайте коні шори, коні вороні, та й поїдем доганяти літа молоді. Доганяла літа свої на Кленовім мості. Ой, верніться, літа мої, хоч до мене в гості.
Не вернемось, не вернемось, бо нема до кого. Та й було б нас шанувати. Это ничего, что ты никогда не обнимал меня. Неважно, что между нами не было и мысли о поцелуях. Я уйду к тебе из крепких объятий, от самых сладких поцелуев. Только с тобой я не на чужбине. Только с тобой я не на чужбине. Только ты умеешь спасать меня от самой себя. Все, что меня томит, все, что мучает меня, я знаю, ты прогонишь лучами своих блестящих глаз. У людей, кому суждено долголетие, таких глаз не бывает. Эти глаза из другой страны, из другого мира. Мучает горячка, приступы. Полагаю, пребывание возле больного небезопасно для вашего здоровья. Ну и борода у вас, Сергей Константинович, просто не узнать. Все передают вам много приветов. Надеются, что вы скоро подыметесь. И вы подыметесь, я знаю это. Как там Кривенюк, Михаил? Хорошо. Вера Григорьевна в ссылке. От них уж нет, а тебя далече. Как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо. Я очень долго ждал вас, очень долго. Потому что я долго ехала. Поезд долго шел. Но ничего, вот приехала и подыму вас. Вы держитесь от меня подальше. Я же Ольге обещал беречь вас.
Ничего. Понимаете, Лариса Петровна, совсем юным, только что выпущенным из корпуса офицером, женился я, вопреки уговорам родителей, на своей молоденькой кузине, заведомо туберкулезной. Через год она родила Сергея и после родов уже не вставала с постели. Быстро умерла от злейшей чахотки. Оставила в наследство сыну роковую болезнь. Для него жил я. Вся моя жизнь в нем. Наверное, с ним и умру. Я знала в Крыму очень много людей, которых приговорили к смерти из-за этой болезни. И вы знаете, они прожили до самой старости. Может, все обойдется. Спасибо, Лариса Петровна, что вы приехали. Не знаю, кто на свете мог бы лучше вас ухаживать за ним. Да что вы? Вы, наверное, устали, Константин Семенович. Вы отдохните, а я здесь побуду. Леся, вы обещали мне, что вы повезете меня куда-то. Теперь с моей бедой это невозможно. Кто будет сопровождать? Ведь это так хлопотно вести меня. Да что вы, друг мой. Поедем обязательно. Весной в Швейцарию. И никуда вам теперь от меня не деться, хотите вы этого или нет. И буду за вами, как старая нянька, ходить. А докторов мы всех с вами прогоним. И лекарства выбросим. И буду я вас лечить эдельвейсами. Как знахарки травами лечат. Вот знаете, что запах ландыша врачует сердце? А если носить корень белой кувшинки на груди, как ладанку, то это приворотное зелье. Ну уж, эдельвейсы, одно название все болезни лечит. И поедем, и кашлять не будем. Благодарю вас, Леся. Я понимаю, это большой эгоизм не отпускать вас от себя. Но иначе я не могу. Нет, без сомнения, не могу. Вы знаете, я раньше боялся весны, теперь нет. Я пережил свою последнюю весну. Теперь ничто меня уже спасти не может. Только чудо. Или разве что Мессия. Потому прошу вас, работайте. Пишите. Вы с вашей музой. Вы как доброе солнце для меня. Ваша душа. Ваша удивительная жизнь. Это я-то со своей исключительно бесцветной жизнью и отравленной душой могу быть солнцем. Идеализируйте, дорогой товарищ. А если моя муза приносила кому-то свет, не только мне, то слава Богу. Потому что единственное светлое в моей жизни – это моя муза. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, избави нас от искушения. Отведи нас от лукавого. Сергей Константинович, что с вами? Сережа, успокойтесь, прошу вас. Ощущение смерти. И ради Бога, не ищите других причин. Поймите.
ныть мне, верно. Лариса Петровна, как вы полагаете, почему не пишет нам Вера? Она же в ссылке. А может быть, письма не доходят. Ну что ж, тогда давайте напишем мы ей. Вы не возражаете? Хорошо. Пусть так. Дорогой друг мой, Вера Григорьевна, как лучше? Нет, просто друг. Я пишу письмо вам рукой другого человека, который в опасное и тяжелое время для меня не оставил меня. Как вы думаете, Лариса Петровна, я не упрекаю ее в этих строчках? Она умная женщина. Ну что ж, давайте продолжим. Меня преследует какая-то неудача в переписке с вами. До меня дошли слухи, что вы мне писали. Я ничего не получал. Но, несмотря на это, роза моего дружеского отношения к вам никогда не увидали. А потому... Что потому? Ну что потому? Что потому? Дальше. Все. Хотелось, чтобы реквием Моцарта сыграли. Да что вы, друг мой. Сыграю я вам. Только, конечно, уж не реквием. Thank you.
Вы, Лариса Петровна, наш ангел. Просто не знаю, что бы мы делали без вас. Ваше здоровье. Спасибо. Будьте здоровы. Ну, рассказывайте, Михаил, что происходит в мире? Много разговоров вокруг убийства министра просвещения Боголепова. Сплошные аресты в Москве, в Киеве. Да. А помните, какой прекрасной компанией мы собирались у вас в Зеленом Гаю? Ой, за горы каменной голубы летают, не зазнала роскошоньки вже літа. А здесь вот, в этом доме, друг Леси Тучапской провозгласил тост за создание Российской социал-демократической партии. Да не будет вновь созданная партия мертворожденным ребенком, сказал он. Вскоре всех арестовали. Но ничего. Мы будем. Мы выживем. Как вы думаете, Михаил Петрович? Я верю вам, Сергей Константинович. Верю. Благодарю вас. Вы выздоравливаете, поправляетесь. Мы ждем вас в Киеве. Поправлюсь. Обязательно поправлюсь. Не может быть, чтобы болезнь была сильней. Мы сильней. Тюрем, ссылок, арестов, болезней. Сильнее же, доктор. Я знаю, что я проклят навеки, ибо врагов любить я не умею. Ты меня так люто ненавидишь? Учитель. Ты, быть может, скажешь, любишь. Ты так сказал. Я так сказал. Кто молвит, что любит Бога, брата ж ненавидит, лукавит тот. От всего отрекся в этом мире, лишь от себя не в силах был отречься, не любит тот. Какой ты жертвы хочешь? Баалу жертвы праздные приносят, но я не принимаю их. Для тебя, несчастная, отныне я не мессия. Меня не знаешь. Ты идешь путем неправым. Или это правда, что воскрес Мессия? Такая ж правда, как и то, что он за всех нас пролил кровь свою святую. Нет, не за всех он пролил. Значит, ложь. Как? Не за всех? Он за меня ни капли не проливал. А,
ты в него не веришь. Я верую в него. И даже больше, чем ты, чем все. Откройся, женщина, ты кто такая? Я духом одержимая. Мессию моли несчастная, чтобы он избавил тебя от духа злобного ценою своей пречистой и невинной крови. Чтоб исцелил меня ценою крови, своей пречистой крови. Значит, старец, ты думаешь, что я себя ценю дороже крови нашего Мессии? Так слушай же, я вечно буду рада, что на меня не пала кровь Мессии, что за меня не проливал он крови ни капли. Как, скажи, случилось это? Я ненавистью от греха спаслась. Кого ж ты ненавидишь? Всех на свете, себя и вас. Распни его. Распни его. Распни его. Толкуете? Мессии. Кто он, девушка-мессия этот? А тот, кого недавно вы распяли. Всю вашу кровь пролить бы я хотела, чтобы отомстить за жертву. Свяжите руки ей. Что за жертва, коль вы толкуете, что он воскрес? Так что ж, уже минувшее забыто. Он пережил 3 вечности в 3 ночи. 3 принял смерти. Разве он, воскреснув, забыл навек измену, муку, смерть? Простить он может, но забыть не может. О, будьте прокляты! Кто? Все вы. Цезарь, царь, Синедрион. Она нас проклинает. Бунт, измена! Я проклинаю вас проклятием крови. Чем платят проклинающим? Камнями? Мессия, если за меня ты пролил хоть каплю крови даром, я теперь все за тебя отдам. И жизнь, и кровь, и душу безвозмездно. Не за счастье на небесах. Нет, за мою любовь. Человек несчастен, он всегда одинок. Мне казалось, вы тоже очень одиноки. К счастью, я ошибся. Вы сумели вырваться из этого. Моя же вся жизнь — сплошное одиночество. Но разве мы можем с вами желать себе лучшего товарищества, чем имеем? Вы меня, я вас. Очень слабое утешение, понимаю, зато искреннее.
так и не выросли, Леся. Каждый раз, когда я приезжал к отцу, я садил березу, совсем маленькую. Только в этот раз не посадил. Ну вот мы и приехали в нашу Швейцарию. Только цветы здесь другие. Не эдельвейсы, как вы обещали. Все забыли меня. И сам я стал глух и нем в своих бесконечных горячках и приступах. Где-то арест, ссылки. А я сдыхаю здесь, жду конца своего. Причиняю вам страдания, мучаю вас. Все лучше тюрьма, только не это, текучее, безнадежное ожидание. Извините меня, Леся. Простите мне мою слабость. Я знаю, ваших мук хватило бы на нас всех. Но вы об этом никогда. И теперь не надо. Вы же умеете смеяться сквозь слезы. Большое вам спасибо за все. Только заклинаю вас. Только внимание обращайте на меня. Оставьте меня совсем. Так, прошу вас, пишите. Пишите, заклинаю вас, Леся. Помню, панна Леся, отчего одержимой у вас такое вышло. Эта драма выше всего, что я у вас читала. Но как вспомню, слезы меня душат. Да. Я ее написала в такую ночь, после которой, наверное, долго буду жить, если тогда жива осталась. Почему жива осталась, если бы кто меня спросил? Я бы только не могла ответить. Потому что я написала драму. Вот так мы, литераторы, хороним свое горе. Так будем ли мы сетовать, пан Ольга, на то, что не умеем терпеть молча? В землю бы иногда хотелось зарыться от печали и замереть там надолго. А наш рок заставляет превращать печаль в слова. Слова становятся делами. И судят нас люди по нашим делам.
Панна Леся, я еще не успел. И уже не успею нарисовать его. Попробуйте еще раз. Понимаете, у него глаза что-то неуловимое. И это все ускользает, как песок через пальцы. Постарайтесь, прошу вас. Я могу нарисовать только вас. Могу нарисовать Франко. Франко сам оплакивает свои невоплощенные замыслы, как он говорит, своих утопленных детей. И, может быть, больше всего в этом повинны мы сами. Почему все в мире имеет право на слезы? И материнская скорбь, и несчастная любовь, и печаль народная. И только душа поэта, который теряет своих детей, вынуждена молчать. И пусть же никто не думает, что украинские поэты нашего времени становились детоубийцами с легким сердцем. Пусть знают, какие это были страшные времена. Вы смогли бы жить в Галиции? На относительно свободной земле, в относительно свободных условиях, где бы никто не принуждал вас думать о политике, и вы занимались бы только одной поэзией, свободно. Друг мой, где бы я ни жила, на какой бы земле свободной ни находилась, я бы, наверное, нигде не смогла найти той хладной крови, которая бы меня заставила забыть о порабощенной Украине. Откажись я от борьбы, я, наверное, отказалась бы от всей своей поэзии. От самых искренних слов, которые бы, наверное, не смогла произнести и записать на бумагу, если бы отказалась от того дела, которым они призывают. И этим я тебе себе нисколько не противоречу, в этом моя суть. Берегите Франко. Он великомученик, а вы готовы на него все взвалить. Франко, поэт, в первую очередь не должен умереть. Его стихи должны остаться людям. А уж люди когда-нибудь скажут. Если душа поэта осталась жить в такие времена, значит, это был сильный народ. Я прочитаю стихотворение, которое я написала на столетие новой украинской литературы. Во всякой стране, у любого народа, хранится предание. В далекие годы был век, что звался золотым. Когда, почитая и слово, и лиру, венки подносили великие мира не мертвым поэтам, живым. Богам были равны там лауреаты и гордо носили наряд свой богатый меж рыцарей в блеске перов. Меж лавров цветок красовался душистый, и даже шипы были в нем золотисты, из золота звенья оков. Да, в каждой стране есть преданье о рае, и нет его только в родном моем крае. А были ж певцы и у нас, чьи песни бессмертны, исполнены силы. А как имена их и где их могилы, чтоб славу воздать хоть сейчас? Те вечные песни печаль негромки, наследие взяли поэты-потомки, идя по дороге отцов.
Их брать под защиту никто не старался. С высокого трона никто не спускался прославить достойно певцов. Лавровыми их не венчали венками, шипов не старались укрыть за цветами. Страдал одиноко поэт, кафтан его не был богатым и новым. А коль на руках извинели оковы, уже не из золота, нет. Господин Старицкий, в программе, утвержденной властями, этого стихотворения Леси Украинки нет. Вам придется предстать перед его высокопревосходительством. Если у нас будут такие поэты, я готов предстать даже перед Богом. Признаться не боюсь, что вспомнить вам случится жестокой ненависти ярый пыл. Что ж, ненавидеть только тот боится, кто никогда глубоко не любил. Когда вы вспомните, какие муки борцам за правду принесли враги, так у кого же не сожмутся руки от жажды мщенья в кулаки? Мы паралитики с горящими очами, в нас дух могуч, но плотью мы слабы. Хоть крылья гордые за нашими плечами, но мы к земле прижаты, как рабы. Мы носим имена невольников продажных, не знающих стыда, пускай так. Но так ли назовешь воителей отважных, которых собирал свои войска Спартак? Отвага наша, меч, он залит кровью, давно заржавевший брицает в ножнах он. Так кем же, увлекаемый любовью, он может быть достойно обнажен. Слава Лесе Украине! Когда б вся кровь моя вот так же уплыла, как и слова, когда бы жизнь моя исчезла так же, как исчезает вечерний свет, и кто меня поставил на страже посреди руин и грусти? Кто обязал меня, чтоб на земле я будила мертвых, тешила живых калейдоскопом радости и горя? Зачем уйти не смею с поля чести или, наконец, упасть на меч свой грудью? И что мне не дает промолвить просто? Да, ты, судьба, сильней, я покоряюсь. Зачем при мысли о таких словах сжимаю я незримое оружие, а в сердце зреют кличи боевые?